С 2021 года иностранным гражданам въехать в Россию будет еще проще. С 1 января 2021 года в России вводится единая электронная виза. В список вошли 29 погранпунктов, через которые можно будет пересекать границу, используя электронную визу. Это международные аэропорты в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге. Морские порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Зарубина, Приморский край. Автомобильные пункты, 6 погранпунктов в Калининградской области, Багратионовск, Гусев, Мамоново, Гжехотки и Гроново. Морское, Советск, 1 в Псковской области, Убылинка, и 1 в Ленинградской области, Ивангород. Последний также числится в списке пешеходных пропускных пунктов. В чем нововведение? В стране с 2017 года стартовал пилотный проект, по которому иностранные граждане могли пересечь границу России из нее только через погранпункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. При этом они не могли покидать предел этих регионов. По новому распоряжению правительства РФ, теперь электронная виза будет действовать по всей России. Пересечь границу можно будет через пункты пропуска во многих регионах, а путешествовать – по всей стране. Кроме того, увеличится срок пребывания иностранных граждан в России с 8 до 16 дней. Электронная виза будет оформляться по интернету для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.